кони мчатся по буграм, топчет снег глубокой. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками. Черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, вздымая гривы. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврил Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на масленице жирной годились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели, подблюдные песни, хоровод. В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три. Им квас, как воздух, был потребен, и за столом у них гостям носили блюды по чинам. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить. Поиграть по 5 копеек в бастон с его женой Прасковьей Петровной. А некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах. Ей рано нравились романы. Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый. Но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный дом дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама от Ричардсона без ума. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек был равную страстью. И что родители его любезность, заметьте, их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать. А его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке. И всякий день видались наедине в сосновой роще. Или у старой часовни. Там они клялись друг другу вечной любви. Сетовали на судьбу. И делали различные предположения. Он был любим, по крайней мере, так думал он. И был счастлив. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку. И что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь, ушел двора. Накануне решительного дня
Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни почтет она ту, когда дозволено будет ей броситься к ногам дрожащих ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой были изображены два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая, его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбами людей священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Уже давно смеркалось. Владимир отправил своего надежного Терешку со своей тройкой в Ненарадово и с подробным обстоятельным наказом. А для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как вдруг поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которой летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу, и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Милым слезам и сердце рвется пополам. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Бурной жизнью утомленной, равнодушно буре жду. Может быть, еще спасенный снова пристань. Но, предчувствуя разлуку, неизбежный грозный час, сжать твою, мой ангел, руку, я спешу в последний раз. Ангел кроткий, безмятежный, тихо мови мне прости, опечалься, взор свой нежный подними или опусти. Твое воспоминание заменит душе моей силу, гордость, упование и отвагу юных дней. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок. И боялись, чтобы горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствий. А вот обычные 3 кибитки везут домашние пожитки. Кастрюльки, стулья, сундуки.
варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, etc. Ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач. Ведут на двор 18 кляч, возок боярский их впрягают. Готовят завтрак повара, горой кибитки нагружают. Бронятся бабы, кучера. На кляче, тощий и косматый, сидит форейтер бородатый. Сбежалась челядь у ворот прощаться с барами. И вот уселись, сивозок почтенный, скользя ползет за ворота. Простите мирные места. Прости приют уединенный. Простишь и ты, моя свобода. Простите мирные долины. И вы, знакомых гор вершины. И вы, знакомые леса. Прости, небесная краса. Куда, зачем стремлюся я? Что мне сулит судьба моя? Что мне сулит судьба моя? Преклоненной с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Ни праздник, ни приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. От сели в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Между тем, война со славой была кончена. Кто тут нам помог? Остервенение народа? Барклай? Зима? Или русский бог? Но бог помог. Стал ропот ниже. И вскоре силою вещей мы очутились в Париже. А русский царь главой царей! Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни Вив Анри Кеттер, тирольские вальсы, арии Джоконда. Почти отроками возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, поминутно вмешивая то немецкие, то французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество». Как сладки были слезы свиданий. С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю. Беспокойство овладело мною. Казалось, будто кто-то меня так и толкал. Между тем, метель не унималась. Я не вытерпел, приказал вновь закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекой, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где должны были выезжать на дорогу. И таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Во дворе стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я говорил ямщику подъехать. «Помилуй, где ж ты замешкался? Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Мы хотели было ехать назад, выходи же скорее!» Но
молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Помилуйте, на силу вы приехали, чуть вы, барышни, не уморили!» Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Невесту подняли. Она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. Трое слуг и горничные были заняты только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказала нам. Жена моя обратила на меня бледное свое лицо. Я хотел бы ее поцеловать. А она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» И упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные свои лица. Я развернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, кинулся в кибитку и закричал: «Пошел!» «Боже мой!» — скричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с бедную вашей женою?» «Не знаю», — отвечал Бурмин. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал». В то время я так мало полагал важности преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул. И проснулся поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе. Так что теперь я не имею возможности отыскать ту, над которой пошутил я так жестоко, которая теперь так жестоко отомщена. «Боже мой! Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы? И вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие мечтания, что наши свежие желания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинную толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, недруг, я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновения ли от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок. Дай Бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных шибок хотя б крупицу мог найти. Засим расстанемся, прости.